Gaziantep'e gelen ilk Rus turist kafilesi şehrin en önemli kültürel miraslarından biri olan Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Turistler ile bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kafileye şehrin kültürünü yakından tanıttı. Ben Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıyım. O nerede orada? İbo Zavut, İyo Zavut Fatma Şahin. Burası bir medeniyet şehri, burası bir kültür şehri, burası bir sanat şehri. Gaziantep, город культуры, город цивилизации, город gastronomi. Roma döneminin en güzel eserlerini burada görebiliyorsunuz. С русских времен оставшиеся мозаики увидите здесь. 5 антик kentimiz var. На территории Gaziantep'a есть 5 таких древних городов. 22 müzemiz var. 22 музей. Город еще называется, Gaziantep называется город музеев. Şu anda UNESCO'nun gastronomi şehriyiz. Adını simlastır, gastronomi городов мира, город Gaziantep. Önümüzdeki haftada Gaziantep festivalimiz var. Следующей неделе называется фестивал, гастрономический фестивал под названием Gaziantep. Ben üstlenen Parlamento'da milletvekilliği yaptım. Она сама являлась три раза представителем города Gaziantep как депутат. Rusya Dostluk Kulübü'nde görev yaptım. Она еще участвовала в группе, дружеской группе между Россией и Турцией, между парламентским собранием. Avrupa Kültür Başkenti programında görev aldım. Она еще участвовала в европейских культурных столицах, представителем города Gaziantep. İlk parlamentodaki görevimde Moskova'ya gittim. И первый раз она когда была назначена, что представителем между Россией и Турцией этот дружеская парламентская группа, она первый раз отправилась в Москву. Olağanüstü güzel bir ülkeniz var. Она влюбилась в Россию. Rusya, Türkiye kardeşliği, baki, komşuluk hakkı var. Мы любим русских и уважаем вас, и мы древние соседи. Bildiğim ki şu anda nükleer santralde çalışan мühendisler, teknik ekip burada. Она еще слышала, что я через помощника передал, что вы строите нашу первую ядерную атомную станцию, она еще да, мам, мы оттуда все. Она как-то вообще опасна. Я мühendisim. Она сама тоже инженерка. Вы скажите, чтобы оттуда все. Химия, метеорология мезунуюм. Она металлург и химический металлург в Истамбульском техническом университете, она сама тоже инженер. Sanayi komisyonu katip üyesi olarak çalıştım. Bu promisyonun komisyonu şu istatistik. Nükleer enerji hukuki düzenlemelerini o zaman da yaptık. Она еще конституцию нашей ядерной атомной станции она составила конституцию. Şu anda Gaziantep iyi bir yerdinin yeşil şehri, OECD'nin şampiyon şehri. İBİ'de Avrupa İman Yatırım Bankası'nın yeşil şehri. Avrupa'nın yeşil şehirler listesi. Yeşil şehirler listesi. Bana bu spiske, город Gaziantep, cena входит в состав список зеленых городов. OECD'nin ne şampiyon şehri? OECD'nin. Среди этих городов чемпиона. Şimdi bu müzeden sonra mutlaka Panorama Müzesi'ne gitmeniz lazım. Она еще вам рекомендует, чтобы мы посещали все вместе панорамический музей, который вчера вам рассказывал, как в городе, но Пашкан, а то это стороны инвестиционных назад. Да, все время. Neden? Çünkü oraya gittiğinizde Rus ressam Alexander Samsonov'un çok güzel resimleriyle sizi karşılayacak. Büyük bir tarihi sanata çevirmiş Rus ressamla çalıştık. Я вам рассказал, что есть в городе есть панорамический музей, героический, отечественный музей в городе Gaziantep. Получается, очень даже помог известный русский художник и Александр Самсонов. Он помог лично, благодаря ему, этот музей был полностью составлен. Birlikte çalışınca dünyanın en güzelini birlikte yapıyoruz. Мы совместно работаем и совместно у нас прекрасно такие же произведения появятся. Mutlaka bir daha gelip o müzeyi görmeniz lazım. Bana вам советуют, рекомендуют, в следующий раз обязательно посещайте произведения Александра Самсонова. Mutfak sanatları merkezinde doğa şefimiz var. Bizim 500 çeşit yemeğimiz var. Size bu yemeklerden tattırmamız lazım.
Как я вчера вам рассказывал, что в городе Газантепе подготовится больше 500 разных видов блюд. Из них 270 это патентованы по Газантепу, еще 250 по всей Турции. Получается, она хочет, чтобы как-нибудь из них попробовали. Что он там сказал? Olur aslında başkan, böyle yemeği aslında hayran, ne de bu arada? Mutfak sanatlar merkezi. Ekibi size gelin, ayarlarız. Tamam. Она хочет сегодня еще день вам угостить разные видности газотепских блюд на месте обед. Хорошо. Ama tek istediğim, her biriniz bizim kültür elçimiz olacak. Çok iyi Rusya'ya, Moskova'ya tanıtacaksınız. Herkes Gaziantep'e gelecek. Она еще просит, чтобы вы были как культурные наши послы среди своей общества, среди своей семьи, среди своих знакомых, чтобы о нас то, что увидели, не похвалить, не увидеть, то, что увидели, чтобы все передали, чтобы в следующий раз еще другие ваши, среди ваших знакомых, родственников побольше приехали. Мы вместе башаричам. Вместе сильны. Yolunuz açık olsun. Вам всем удачи. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Очень спасибо, очень большое спасибо за то, что посещали город Газантеп. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi.